Если ты любишь лежать вечерами на диване, придя с нелюбимой работы, жаловаться на жизнь, правительство и жену, то это видео не для тебя. Меня зовут Умаров Алексей, и я являюсь участником проекта «Работай и зарабатывай» в сети интернет с Oriflame. И сегодня я вам расскажу, почему мужчины приходят в Oriflame. Вы думаете, в Oriflame можно только продавать косметику? Если вы так думаете, то очень сильно ошибаетесь. Настоящие мужчины приходят в Oriflame за реальными деньгами. Это серьезный бизнес. Чеки, которые вы видите на экране, тоже серьезные. Карьера неограниченная. Кем вы хотите стать, зависит только от вас. А мы, в свою очередь, вас всему научим. Хотите машину в подарок? Да, вы не ослышались. Станьте директором. Кстати, это минимальная цель всех в нашей команде. И получите доступ к бонусной программе, финансирующей покупку автомобиля. Вы хотите дом или квартиру? Для себя или своей семьи Oriflame помогает осуществить и эту мечту. Но это еще не все. Компания оплатит международные конференции 1-2 раза в год. По программе все включено. Вход в бизнес всего 149 рублей. Не очень много, не так ли? Все обучение бесплатно. От вас необходимо желание зарабатывать и выполнение всех инструкций. Тогда мы гарантируем карьерный рост. И уже через полгода доход от 1000 долларов. Вы спросите, много ли мужчин в Oriflame? Достаточно. Около 30%. Основатели компании мужчины. Номер один в мире россиянин Полежаев. Вам этого недостаточно? Тогда предлагаю посмотреть видео о мужчинах в Oriflame. Итак, что же все эти мужчины тут делают? Да как и все, чистят зубы, моются, бреются, но при этом работают в интернет и отлично зарабатывают. Также они ведут здоровый образ жизни, повышают выносливость, получают заряд энергии, формируют свое тело. За что же компания будет платить тебе деньги? Прежде всего, это вознаграждение от 32% от организованного тобой товарооборота. Не за счет личных продаж, а за счет организации людей из твоей структуры. Вознаграждение 1000 долларов. Конечно, структуру надо создать и обучить, и мы тебе в этом будем помогать. Твоя задача рассказывать о трех возможностях. Пользоваться со скидкой, продавать и получать прибыль сразу от продаж. Или работать в интернет. Люди сами выберут. Давай разберем на примере. Итак, ты пригласил Васю. Вася также активно начал работать. Вася получает свои деньги, но компания понимает, что если бы вы не нашли Васю, то он бы не сделал товарооборот. И Oriflame заплатит и вам, также за то, что вы нашли Василия и всему научили. Таким образом, вы будете получать не только за людей, которых пригласили лично, но и за людей, ваших людей и так далее. Если вся ваша структура сделает товарооборот примерно на 5000 долларов, то ваш доход составит 1000 долларов. Доходы белые, ты будешь кредитоспособен, что на сегодня очень важно. Основная идея проекта в том, что ты пользуешься сам продукцией, а также зарабатываешь деньги, работая в интернет.
Основной ассортимент компании – это товары первой необходимости, которые будут покупать всегда. Если процесс не остановить, то его надо возглавить. К тому же в интернет все только начинается. Решать тебе – изменить свою жизнь и жизнь своей семьи к лучшему или оставить все как есть. С вами был Уваров Алексей.